Куколку-хороводницу мастерили девочкам с 4 лет. С этого возраста их сажали за веретено. Крутя эту куклу, девочки учились раскручивать веретено. Считалось, что чем лучше раскручивается юбка, тем умелее девица. Куклу девка-баба мастерили перед замужеством для того, чтобы психологически подготовиться. Как правило, на Руси жизнь девушек сильно менялась после свадьбы. Вот такая я была, пока замужем не была. Косу заплетала, песни пела, хороводы водила, гулять ходила. Ну, а вот такая вот... Уже стало, когда замуж вышла, гулять не хожу, дом сижу, муж слушаю, косу на две расплела, под платок убрала. То есть вот такая вот куколка-перевертыш. Сейчас такие куклы мастерят самых разных направлений. Это и времена года, и мужик, баба. Выставка декоративно-прикладного творчества посвящена традиционной теме музея народной игрушки. Экспозиция выставки – промежуточный результат 3-летней работы в формате индивидуальных мастер-классов и мастер-классов в группах. В клубе «Свяжем сказку сами» семейные коллективы, индивидуальные мастерицы с 2016 года вяжут игрушки, предметы интерьера под руководством Светланы Пикулевой. Этот клуб у нас работает уже достаточно давно. Зарекомендовал себя очень ярким, интересным, творческим коллективом. Работы являются участниками выставок, которые проходят в нашем музее. И еще один формат также в индивидуальных мастер-классах и в малых группах – это работы по народной кукле. В течение последних 3 лет музей активно работает с Натальей Сухоруковой и Анной Ивантьевой. С саровскими мастерицами в музее изучают историю, традиции народных кукол. В экспозиции можно найти самые разные конструкции – тканевые, берестяные скрутки, разные наполнители, куклы с ножками и без ножек, обрядовые и игровые. И на выставке представлены разные сюжетные темы. Это времена года. Это, конечно же, куклы по обрядам народного календаря, игровые разные куклы, куколки-помощницы. То есть мир куклы настолько разнообразен, что пока мы его целиком не охватили, но темы самые разнообразные. Выставка продлится в Музее народной игрушки до апреля, без возрастных ограничений. Дополнительная информация по телефону 6-64-94. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.